Вам звонил абонент в 23:47. Вы, наверное, были уставшие совсем. Или были с другим, или видели сны. И не знали, что вы абоненту нужны. Вам звонил абонент, абонент вас просил, когда внутренний голос вовсю голосил, чтоб, осилив закон притяжения земли, вы поднять телефон этот все же смогли. Абонент вам звонил, абонент вас хотел, только дело не то, что в слиянии тел, просто нужен был там, не на вечер, на век, одному человеку, другой человек.